Зейнаб бин Джахш, да будет доволен ей Аллах, передает, что однажды к ней зашел охваченный страхом пророк, мир ему благословение Аллаха, который воскликнул: «Нет божества, кроме Аллаха. Горе арабам от зла, которое уже близко. Сегодня в стене Яджуджа и Манджуджа было проделано вот такое отверстие». И он соединил большой и указательный палец в виде круга. Я спросила: «О посланник Аллаха, неужели мы погибнем? Хотя среди нас будут праведники?» Он сказал: «Да, если пророки умножатся». Это достоверный хадис, передан Аль-Бухари и Муслимом. Разъяснение. Мать верующих Зейнаб бин Джахш, да будет доволен ей Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, как-то зашел к ней с покрасневшим лицом, говоря: «Нет божества, кроме Аллаха», в качестве утверждения единобожия и успокоения для сердец. Затем он предостерег арабов словами: «Горе арабам от зла, которое приблизилось». Затем он разъяснил, что это зло заключается в том, что в стене Яджуджа и Маджуджа было проделано маленькое отверстие, размером со сложенное кольцо, большой и указательный палец. Зейнаб спросила: «О посланник Аллаха, неужели мы погибнем, при том, что среди нас есть праведные?» И он сообщил, что праведный не погибнет, а спасется. Однако, если зло умножится, то погибнут и праведные. То есть, если в обществе, даже мусульманском, умножаются скверные деяния, которые остаются без осуждения, то это общество рискует быть погублено. Распространяйте сунну и не останавливайтесь.